我呀，说呀，я встретил девушку полумесяц бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Фарход Балтаев, спасибо большое. Фархода мы пригласили к нам неспроста. Во-первых, основная звезда, которую приглашали, не согласилась прийти. В общем, согласился Фарход. Он один из немногих представителей, да, нашего шоу-бизнеса, человек, который пытается вынести шоу-бизнес Узбекистана за пределы Узбекистана. Не пытается, у него получилось даже. Да, расскажи поподробнее ты, потом, может быть, он добавит что-то. Я знаю, что ты участвовал в шоу «Победитель» на Первом канале, верно? Да. Расскажи немножечко про это шоу и вообще, почему ты поехал в Москву, то есть гастарбайтер или... какая цель основная? Была 100-тысячная очередь. И я думал, не, я не пройду. А ты сейчас про аэропорт, да? Не-не-не, я про кастинг сам. Я говорю, не-не, черненького мальчика не возьмут. Черненький мальчик — это ты, видимо. Это я, да. Ага. Чернявенький. Был огромный кастинг, 100-тысячный. Мне позвонил кастинг-директор и сказал: «Фарход». Это значит, участвовало 100 тысяч человек в этом кастинге? 100 тысяч человек, да, участвовал, со всего мира почти. И мне позвонили и сказали: «Фарход, с Первого канала, у вас есть 3 дня, чтобы приехать в Москву на кастинг, на прослушивание «Живое». И я полетел. Ну, круто. И, насколько я понимаю, ты дошел до финального тура, верно? До финала. И в финале ты уже... Нет, я финальный спел. А, ты спел в финале, да, и да. Проиграл в финале, да, да. Кому? Илья Киреев. Как ты мог? Кто это? Это финалист «Голос 3», финалист главной сцены, финалист «Икс-фактора», и он снимался в фильме «Голоса большой страны». То есть ты сейчас намекаешь на то, что там как бы, ну вот, где-то что-то по-свойски. Я не знаю. Как бы ты был лучше, но он как бы... Ну вот он финалист, участник, бла-бла-бла, и... Лысый дядька Дмитрий Нагиев сказал, что я лучший. Если ты следишь за творчеством лысого дядьки, он много кому говорит, что он лучший. Репертуар мне выбрали. Песню с Карнаем Сурнаевым сейчас была «Я встретил девушку». Да-да-да. Ее утвердили продюсеры и сказали: «Хотим колорита, и ты будешь первый в истории у российского телевидения на центральном канале, который поет прям почти узбекскую песню». Круто. Друзья, это достойно тоже аплодисментов. Спасибо. Очень круто. Если бы, если ты хотел, чтобы вот публика российская прочувствовала именно вот наш колорит, то тебе, помимо Карнаев Сурнаев, нужно было еще вставить MP3 Studio Нуктаус. Вот этот, есть у меня еще информация. Ты, опять-таки, в интервью рассказывал о том, что ты когда-то весил более 100 килограмм. 135. Серьезно? Да. С ботинками? Да. Круто. А как так получилось? Это просто спрашивает один резидент стендап-шоу. А как так получилось похудеть? Это продюсер попросил. Это был 2001 год. А, нет, второй, 2002 год. Я подписал контракт с одной звукозаписывающей студии нашей. А? Это было тебе лет 16 тогда? Нет, мне было 17. А, ну я почти попал. Да, 17. Серьезно, 17 лет, 135 килограмм. Почему ты пошел в шоу-бизнес, а не в спорт? Ну, меня с детства готовили к этому. Все мои родители музыканты, папины все родственники музыканты, артисты, заслуженный артист Узбекистана. Ну, круто. И следующий вопрос от Валентина Ким. А зачем ты похудел? Зачем? Сказали, хочешь работать, худей. Ну хорошо. Ты хочешь работать? Да. Худей. Друзья, давайте поаплодируем. Спасибо. Фарход Балтаев. Очень талантливый молодой человек. Спасибо. Тебе удачи, успехов. Мы, правда, будем следить за твоим творчеством и знаем, что у тебя все получится. Спасибо большое. Остальные тоже думают, так жарко. Зато я сижу. Кому такси? Такси кому? Кому такси? Что его глаза всегда были на выкате. Каны ты разве что смотришь, да? Не понял, мазаны. Жима. Татарин. Мы девочки! Встречайте Камол Файзулло. Привет, добрый вечер, как настроение?
Я езжу на маршрутке, недавно останавливали маршрутку, водитель маршрутки делает мне вот так, вот так. Думаю, что это означает. Ну, короче, остановил маршрутку, вышел, маршрутка едет, а я стою в середине салона. Наверняка водители маршрутки таких пассажиров, как я, выбирают по дороге, чтобы поднять настроение остальных пассажиров. Потому что я стою в середине салона и думаю, так жарко. Остальные тоже думают, так жарко. Зато я сижу. Вы тоже видели такие надписи в маршрутках? Ишикнес Секен Рок Йопи. Вот согласитесь, это написано в таких маршрутках, где невозможно Секен Рок Йопи. Надо дописать это слово. Секен Рок Йопи, а то отвалится. И знаете, в маршрутках есть еще такие сиденья. Если ты на него садился, все, ты кондуктор. И вся маршрутка будет следить за тобой, чтобы ты тоже платил. Если вы хотите остановить маршрутку, но там есть еще автобус, такси, делаешь вид, как будто кроме маршрутки ты ничего не видишь. Делаешь так, смотришь прямо в глаза маршрутки, и твои глаза говорят ему: «Возьми меня с собой». Я буду твоим кондуктором. И буду всем говорить, ищикнес, икен, рок, опи. Если ты хочешь выйти из маршрутки, тебе придется через весь салон кричать: «Остановите, пожалуйста». Но ты про себя тренируешься, типа: «Я смогу». У меня все получится. Не сейчас, еще немного. И еще в этот момент кто-то кричит: «Остановите, пожалуйста». И ты: «Ух». Извините, я тоже выйду, это не я виновен за суету. И когда я хочу пропустить другого пассажира и выйду из маршрутки, и меня не покидает мысль, что водитель может сказать: «Я видел, ты вышел дважды, плати дважды». Поэтому для страховки всегда вторую ногу оставляю в маршрутке просто. И знаете, у меня шутки кончились. Спасибо. Я думаю, можно поздравить Камола Файзуло. Ну, после этого выступления мы бы хотели его пригласить в качестве постоянного резидента стендап-шоу. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. Если бы я была вместо тебя... Вот, не надо вместо меня. Техническая неполадка со светом. Ну, это понятно. Лаваш где? Ну, сейчас внизу лаваш. Мы заказали уже. С каждым днем желающих заниматься стендапом становится все больше. К сожалению, мы не смогли показать все выступления начинающих стендап-комиков, но лучшие моменты вы увидите прямо сейчас в рубрике «Открытый микрофон». Добрый вечер, здравствуйте, всем привет, всех рад видеть. Недавно я ехал в автобусе, и автобус так резко затормозил, и вот я прижался к кондукторше. И вот 3 секунды у меня была девушка. Я вот недавно встречал друга в аэропорту, и к нам подошел таксист со словами: «Такси, такси, кому такси, такси надо, брат, куда поедем?» Я говорю: «Черчик». Он: «Кому такси, такси, кому? Кому такси?» Мы черчикские очень сильные, прям суровые люди, прям дикие. Вот у нас построили аквапарк, это единственное безопасное место для приезжих. Знаете почему? Потому что мы туда не заходим, мы дикие, мы воды боимся. Как-то моя мама решила над моим папой пошутить и сказала: «Дорогой, у нас будет еще один ребенок». Папа шутки не понял и ушел из дома. Я вообще не таксую, но если на дороге стоит девушка, то во мне просыпается таксист. Это единственный вариант, когда парень может получить деньги от девушки. Когда еще будет такая возможность? Я заметил, чем красивее девушка, тем меньше она платит. Поэтому я всегда вожу в страшненьких. Чем больше мне нужны деньги, тем страшнее девушка у меня в машине. Однажды я вез настолько страшную девушку, что это был парень. Мой учитель по вождению был очень нервным человеком. Настолько нервным, что его глаза всегда были на выкате. То есть, когда он выезжал из гаража, сначала выкатывались его глаза, а потом уже вся машина.
Еще больше раздражают люди с богатыми родителями, которые советуют тебе, как разбогатеть, да? И советы типа, ну, нужно пробовать, пытаться, там, крутиться, вертеться. Просто сколько раз ты пробовал родиться в такой семье? Я просто не помню, что перед своим рождением я стоял у банкомата и такой: «Выберите язык». И там было написано: «Подключить услугу «Золотой ребенок» на 5 поколений», а я такой: «Да нет, зачем? Выберу-ка я лучше большие уши». И... Я вообще очень закомплексованный человек, и дело в том, что в детстве у меня были очень большие уши. Настолько большие, что моя мама по ним определяла скорость ветра просто. И... Помню, я дрался в 4 классе, ну как дрался, лежал на полу, и меня просто избивали. Я ждал спасения, и тут прибегает учительница, и я обрадовался, но она такая зашла и: «А ну-ка, делаем ставки, 2-1, кто за Фаруха просто?» И тут забегает моя мама и такая: «Нужно закрыть окна, тут скорость ветра превышает норму». Слушайте, вас не бесят таксисты возле ЖД вокзала? Я просто приехал сюда на поезде в Ташкент, и когда я вышел, меня встретила толпа таксистов. И вот я пока дошел до дороги, я чуть не заработал себе болезнь Паркинсона, потому что такси надо, ты такой: «Нет, такси надо, нет, такси надо, нет, такси надо, нет, такси надо, нет, такси». А я живу в Калуге и работаю на Volkswagen Group Rus, и в мою задачу входит обслуживание японских роботов. И когда они ломаются, мои коллеги иногда надо мной подшучивают, они говорят: «Слушай, Диман, там твои родственники работать не хотят. Сходи, посмотри». Яқында мен Европа мамлекетларида бўлдик. Лондон шаҳар кўчаларини айландик. Я чекка жойларини билмадим. Бир чеккаларда, кўчаларда юрибмиз. Такси тўхтатишдан бошланди. Таксилари ҳам ғалати. Тўхтатиб: «Ака, неч пул бўлади? Буни тортиша олмайсиз. Хумордан чиқиб савдолаша олмайсиз-да. Ўтирасиз, неч километр бўлса ҳам, шу чекда ёқиб қўя, битта ўзингиз кетасиз. Йўлдан одам ҳам олмайди-да улар, зерикиб». 3-4 kishini gaplashib, maza charchaqlashib ketmaymizmi? Bordik, xizmat safardamiz, endi san'atkorlar birdan do'stlashib ketadi, bilasizlar. Bittasini to'yiga to'g'ri kelib qoldi. Bordik. To'ylari ham g'alati edi. Falon $1000 sahnalarni qurib, chiroqlarni yoqib, kameralar, fotoapparatlar, pavuklarda syomka qilish shartmi? O'zi 50 odam bo'lsa. Eslab qolsa ham bo'ladi, 50 odam. Sevgi muhabbatlari ham g'alati o'z. Borasiz, tanishadi, yoqtirib qoldi bir-birini, birinchi telefon nomer almashadi, 3 kunda uzuk beradi, 1 haftada to'y, 1 yildan keyin ajrashib ketadi ular. Bizdachi? Bizda oldin to'y bo'ladi. Kim 1 haftalarda tanishadi ular. Bir oylardan keyin telefon nomer beradi bir-biriga. Yo'qda to'ydamiz, xullas bitta odam bir bakal sharbat ko'tarib, bir yoq o'tadi, bir yoq. Obdon kuzatdim o'sha mehmonni. O'sha sharbat to'y oxirigacha ichmadi-da shu. Kim bilsam, ovqat qidirib yurgan ekan to'g'on. Ovqatlari ham g'alati. Tarvuz olib kelishdi. Bo'lib-bo'lib kubik-kubik qilib zubachiskalarni tiqib-tiqib 50 ta odam mehmon qo'yardi-da shu bilan. Shu ham ovqatlanish bo'ldi. Mana haqqi ovqatlanish mana bizda-ku, mana. Fazliddin G'oyibnazarov boks bo'yicha jahon chempion. Nima uchun chempion bo'ldi, bilasizmi? Yaxshi shug'ullangan uchun deysizmi yoki trener kuchli deysizmi? Yo, u yaxshi ovqatlangani uchun chempion bo'ldi. Kaloriya mana to'ydan olimpiadadan bir 2-3 oy oldin uylangandi, kuyov bo'ldi. Yaxshi ovqatlanmish. Uylangan kuyov bilasizlar nima yeydi? Qaziq qartalarini yeb, bedana tuxumlari bormi? Va zixir oshlarini yeb, 40 kun chilla saqladi bola. Chilladan chiqdi ham, qani dedi vaziyat yoshmadi dedi. Qani? Отдельное удовольствие для меня доставляет объявлять этого резидента. Гэрт Кэррес Валентин Ким. Амиге, ассаламу алейкум, мой имя Валентин Ким. Блесламу. Мехмонге, одам кигенде, бзануиге, хич качан менге болан топшир куишмиде. Чунки odamlar bolalar qanaqa erkalashadi. Voy asalginam. Voy asal bolam. Hozir yeb qo'yaman san deyishadi. Mandan bu gap chiqsa erkalash bo'lmaydi. Bu boksi qiyandek bo'laman. Yeb qo'yaman men seni. Yima. Asal bo'lsang ham, achchiq bo'lsang ham yima. Bilasizmi? Bugun rus tilini umuman bilmaydigan odamlarga men bitta narsa aytmoqchiman. Rus tilini o'rganish vaqt oson.
Вообще он сон. Уште нарсан был у вас из бульда. Баринчина кэмас к. Икинчина гэмас г. Учинчина ильтмас сюэмэнгизэмэс. Не прислоняться. Бульда, шыны был у вас из бульда. Мунан ташкару узбек, рустылыды. Узбек тылына олынген сөзлер жүдем көп. Масалан, кэрчке, помидор, кэрочи деген сөзлер. Унага сөзлер... Нага сөзлерін тарджима қылыш үшін, шүнчәкі акценту яқа түшкере бөлді, интернациян опташесіз бөлді. Масалан, конкретный сөзі русчасыге конкретный бөлді. Чөткі сөзі русчасыге чөткі бөлді. И отвечаю сөзі русчасыге, ну, может быть, когда-нибудь. Яна хар күні ішлеті деген сөзіміз бар, хоп деген сөз, русчасыге нет бөлді. Lekin rus tilini o'rganayotganda bitta qiyinchilik bor. Masalan, bir xil o'zbekcha so'zlar qisqa bo'lsa, ruschaga tarjima qilganda ular katta bo'lib qoladi. Masalan, o'zbekchasiga "Ey братан" bo'lsa, ruschasiga "Молодой человек, можно вас на минутку? Я хочу вам кое-что сказать". Yo, o'zbekchasiga "Voy, vo" degan gap, ruschasiga "Ничего себе". Ну и ну, не могу поверить своим глазам. И описать это нормальными словами, блядь. Лекин, наоборот, я мог трэдэ. Масалян, узбечэ дэ, ассаламу алейкум, яхшим сэ сцум сэ соларез, яхшим уйчэлэ, яхшим болэчэкэлэ, яхшим хамасэ, яхшим урчэсэгэ, просто привет, блядь. Блядь, бугун гимана гэбэн таун бэлэ, хамагэ рахмат сэлэ, блядь, валитин кэм бэлэ. Друзья, встречайте постоянный резидент стендап-шоу на телеканале Зор ТВ Тарас Касымбаров. Здрасте, здрасте, привет, привет. Меня зовут Касымбаров Тарас Александрович. У меня украинское имя, русское отчество, но все мои знакомые почему-то думают, что я татарин. Вы знаете, такой вот не человек, а анекдот. Встретились как-то русский, татарин и украинец в одном человеке. И вот почему-то все считают, что я татарин. Я не знаю почему. В военкомате заполнял анкету, военкон спрашивает имя, фамилия, отчество. Я говорю, Касымбаров Тарас Александрович. Он смотрит на меня и говорит, татарин? Я говорю, русский. Он еще внимательнее на меня посмотрел, говорит, татарин. Просто он не оставил мне выбора, как будто он знает меня с рождения. Вот, типа, да какой ты русский, и твоим первым словом был учпичмак. И вот все называют меня татарин. У меня даже друг, который вот он просто зовет меня татарин. Я у него в телефоне записан как татарин. Вот он сейчас работает в Монголии, и мы можем общаться с ним только через ИМО. У нас татаро-монгольское ИМО. И вот, ребят, сегодня выступало очень много комиков, которые выходили на сцену второй раз, первый раз. И вот, ребят, вы серьезно, я вот сейчас к ним обращаюсь, вы серьезно хотите заниматься стендап-комедией? Это, ребята, это очень тяжелый труд. Просто вот недавно я выступал на дне рождения, где в зале сидело двое. И я все время нервничал, это был постоянный стресс. Особенно в тот момент, когда кто-то из них выходил покурить. Это, представляете, вы выступаете, и вдруг ползала встала и... А вот самое ужасное, что первый все мои шутки знал. Он ему такой, ну чё ты кричишь, сейчас будет смешная. Вот. И вот есть еще одна проблема. У меня в квартире очень тонкие стены. Вот настолько тонкие, что вот соседи орут друг на друга через стены. А между этими стенами моя квартира. Я вот сомневался, рассказывать вам эту шутку или нет, потому что я репетировал ее сегодня дома, и знаете, вот мнения разделились. Из-за одной стены кричат, да это неправда, а с другой, правда, правда. Спасибо большое, приятного вечера. Продолжаем, если вы готовы, объявляю. Павел Ким. Всем здравствуйте, друзья. Всем привет.
Слушайте, я сегодня хотел поговорить на очень простую тему. Она с вами, о мужчинах и о женщинах. Если можно, да? Мужчины и женщины, поаплодируйте друг другу. Будет смешно, я надеюсь. Мы же чертовски разные, ребят. Вот только женщина может купить себе платье, которое ей безумно нравится, а потом прийти домой и сказать: «Я не буду это носить». В магазине оно смотрелось на меня совершенно иначе. Вот купите мужчине любую вещь, он будет ее носить. Даже если она ему не нравится, он будет ее носить. Когда на ней появятся дырки, он будет ее носить, потому что она чистая, ребят, она чистая. Вот я никогда не видел, чтобы у женщины были дырочки на носках, потому что если на их носках выскочит хотя бы маленькая дырочка, они тут же их выкидывают. Вот для мужчины маленькая дырочка — это когда, блин, видно пятку, понимаете? И мужчину же можно назвать мужчиной в любом возрасте. 5-летний мальчик, мужчина, звучит гордо. Вот я недавно зашел в бухгалтерию у себя на работе и сказал: «Здрасте, женщины». Так эти 100-килограммовые бабищи сказали: «Слышь, мальчик, ты где ту женщину видел?» «Мы девочки». Женщины, они же постоянно должны ухаживать за собой, они должны постоянно следить за собой. Вот, мужчины, короче, у женщин есть такая проблема: каждое утро им нужно нарисовать глаза. Они сталкиваются с такой проблемой, короче, один глаз получается просто идеально, я имею в виду великолепные контуры, все просто идеально. На втором глазу отказывает рука. Я имею в виду, невозможно нарисовать такой же второй глаз. И женщинам же целуют руки, потому что они у них очень красивые руки. Потому что для женщины маникюр — это лак, шеллак, щипчики, там, пилочки, лампа для сушки. Для мужчины маникюр — это... У нас у каждого есть такой день, когда мы собираемся с друзьями. Либо только парни, либо только девушки. И это святой день, его нельзя пропустить. Но если девушка скажет своим подругам: «Извините, девчонки, я не могу, у меня парень», ей скажут: «О, Маринка, ты такая счастливая. Мы так рады за тебя. Иди, потом все нам расскажешь». Если парень скажет своим друзьям: «Извините, пацаны, я не могу, у меня там девушка», он скажет: «О, каблук!» Нормально все у тебя? Ничего не давит сверху? Нормально? Все? Точно? И когда кто-то из твоих друзей женится и приглашает тебя на свадьбу, самое страшное — это прийти туда со своей девушкой. Все, ты подписал себе приговор, ты понимаешь? Ты попадаешь на репетицию собственной свадьбы. Вы заходите в ресторан и начинается: «Ну, ресторан, конечно, хороший, но я бы выбрал другой. Певец на свадьбе, конечно, хороший, Фархот Болтаев, но я бы выбрал другого». В какой-то момент хочется сказать: «Дорогая, из тебя хорошая жена, но я выберу другую». И самый ужасный момент любой свадьбы — это когда кидают букет. Я считаю, что нужно отменить эту традицию. Это форменное издевательство над девушками. Во-первых, вы видели лицо невесты, когда она кидает букет и смотрит, как дерутся за этот букет ее подруги? Она собирает за своих подруг, такая: «Раз, два, три!» «Кто победит? Кто победит?» И за невестой обычно собираются где-то 10 девушек, букет один, словит только одна. Остальные 9 расходятся ни с чем, расстроены. Они такие: «Ой, да мне не надо было. Я рада за то, что словила букет». А сам такие: «Тварь, а! Тварь, это мой букет! Это я должна была его словить». И я как-то ходил на свадьбу с девушкой, и когда начали вызывать девушек, чтобы ловить букет, я очень сильно напрягся, я подумал: «Блин, вот если она сейчас пойдет и не словит букет, она будет весь вечер расстроена, мне придется ее успокаивать. Если она словит букет, она подумает, что это знак, что у нас все серьезно, и мне придется сделать ей предложение». В общем, я очень сильно напрягся, но потом посмотрел на нее и сказал: «Дорогая, иди лови букет». На что она ответила: «А мне уже не надо». И вот я тут еще больше напрягся. И в конце, девчонки, я, в общем, придумал для вас очень актуальную проверку, как можно проверить, серьезно к вам парень относится или нет.
В очередной раз, когда он подойдет к вам и скажет: «Дорогая, ты самое ценное, что у меня есть в жизни, я люблю тебя больше всего на свете и готов отдать тебе все, что у меня есть», скажите: «Я поступила на доп-контракт». Какие-то там 100 миллионов. Одна Малибу. И если он скажет: «Нам надо расстаться», это не любовь. Все у меня, друзья. Спасибо. Это был очередной выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Меня зовут Камил, это Тимур. Спасибо, пока-пока. До новых встреч. Вы крутые, но я еще лучше.